Привет, это видео-версия сайта Trantas News. Сейчас расскажу вам о том, что модель Suzuki Jimny может получить статус грузовой. Как пишет Motor.ru, компания Suzuki может переквалифицировать свою модель Jimny, чтобы соответствовать европейским требованиям по выбросам вредных веществ в атмосферу. Стоит сказать, что со следующего года на территории Европейского Союза будут введены строгие нормы по выбросам углекислого газа. В данные требования японский внедорожник Suzuki Jimny не укладывается. Но есть вероятность, что компания оставит модель на европейском рынке за счет перевода его в коммерческий сегмент авто. Напомним, что в начале 2019 года компания УАЗ проделала нечто подобное с моделью Hunter. Тогда автомобиль получил новое название – УАЗ-2924 и прошел сертификацию по категории N1G, то есть как грузовая машина повышенной проходимости с максимальной массой не более 3,5 тонн. Это позволило избежать сертификации по легковому типу и, в частности, не оснащать автомобиль подушкой безопасности. При этом в случае с внедорожником Suzuki Jimny придется все же проводить некоторые модернизации, чтобы соответствовать сегменту коммерческих авто. Необходимо будет убирать задний диван, оставив место только для водителя и пассажира. Либо, как один из вариантов, оставаться в своем сегменте, но тогда автобренду придется заменить 1,5-литровый атмосферный мотор на более экологичный агрегат, например, на турбированный двигатель Booster Jet рабочим объемом 1,4 литра от модели Vitara. Или вообще нужно будет выпустить для европейского рынка гибридную модификацию. Но на это потребуется намного больше времени и средств. На данный момент это все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!